Здравствуйте, уважаемая Анфиса. Вместе с сопродюсером из Великобритании Марком Мэтью мы прослушали ваше выступление и позвольте мне выразить свое впечатление о вашей игре. Вы знаете, мне очень понравилось, как вы сыграли, изобразили эту бурю, как гласит название вашего произведения, которое вы играете. Даже я бы даже сказал, что ваше исполнение претендует на такое исполнение уже довольно зрелого музыканта. А это проявляется в том, что вы чувствуете форму сочинения. У вас получается слепить вот форму, и это очень важно для музыканта уметь не рассыпаться по дороге, а наоборот создать такую пружину, поскольку это буря, она как пружина у вас, ну, как сказать, распрямляется и приводит к такой осознанной кульминации. Вот, в общем, отлично сыграли, спасибо большое. Единственное маленькое, так сказать, отступление, чисто личные мои замечания. Обратите внимание на посадку за фортепиано. Вы очень сильно опускаете голову. Иногда даже кажется, что вы вот-вот и головой стукнетесь об фортепиано. Следите за этим. Это легко исправляется. Ну, конечно, были там маленькие, так сказать, зацепки руками не тех нот. Но это, как говорится, списывается на волнение естественное. Это тоже исправляется, просто поучить, чтобы пальцы, как говорится, выкрать в пальцы и в клавиатуру. Вот. А так мне очень понравилось ваше исполнение. Даже получил удовольствие от вашей игры, потому что вижу в вас будущего зрелого музыканта. Спасибо большое и желаю вам всяческих удач.